финский язык с уверенностью может занести в список, а я думал, китайский самый сложный. В нем нет шипящих и практически все гласные. То есть такой очень музыкальный язык. Вот, например, слово «хяюае» всего одна согласная и семь гласных. Да, все правильно сказал. Чтобы выучить финский, нужно иметь стальной характер и четкую мотивацию. Хочу есть. Это хороший мотив, поэтому учу, конечно. Солнце еще высоко, учитывая, что в белые ночи оно вообще не садится. Помимо тотального отсутствия согласных, в финском нет рода и будущего времени. Зато есть слова-рекордсмены. Пунавиини, меху, марьяпулло, лаатикко. Ylioppilastutkintolautakunta. Yhteistoimintamenettelysopimus. А сейчас внимание. Самое длинное слово в мире. Подтверждено книгой рекордов Гиннесса. Прошу не повторять. Для языка это опасно. Лентоконе, суйхкутурбини, моторы, апумеканику, алиупсери, оппилас. Пожалуй, запишем это слово и на карту, если поместится. Лентоконе, суйхкутурбини, моторы, апумеканику, алиупсери, оппилас. А теперь внимание. Перевод этого слова. Ученик помощника младшего офицера механика по турбинам реактивных самолетов в вооруженных силах Финляндии. Вот так вот. Я решил не учить самое длинное слово. Мне достаточно киитос. Спасибо. Сосредоточил всю свою мозговую деятельность на разучивании песни. Can't let kiss a guy stay, farman pick away.